Ну, конечно, настроение хорошее. Молодцы, мальчишки порадовали. Очень, очень хорошо сегодня выглядели. Где-то нервозность первого периода. Но, опять же, родные болельщики, решающий матч. Тяжело, конечно, было мальчишкам войти в игру. Ну, а затем, как говорится, все стало на свои места. Огромное спасибо болельщикам за такую поддержку. Грешно было не победить сегодня. Одним из лучших, наверное, сегодня Влад Югов был, когда здорово подтащил там в меньшинстве, когда играли. Ну, обычно вратарей не хвалю, не ругаю, но сегодня действительно можно похвалить. Очень здорово пацан отыграл. Его уверенность передалась всей команде. Что скажете, в принципе, по противостоянию с «Арматами»? Все перед началом плей-офф говорили, что Оренбург очень неудобный соперник для Новокузнецка. Ну, действительно, такая команда, знаете, даже сложно как-то словами объяснить. Но вот бывает... такие команды, против которых тяжело играть. Именно, допустим, в данной ситуации нам. Кто-то с ними легко расправляется, а вот нам вот почему-то тяжело с ними все. До последнего, видите, напряженка, до последнего борьба. Даже, ну, только вот уже концовка там развалилась. А так противостояние было очень напряженным. Сегодня узнаем нашего следующего соперника. Вариантов 2. Казань или Челябинск. Вы за какой вариант? Я за любой вариант, потому что здесь слабых соперников нету. Что про «Сарматов» я говорил, что это очень приличная команда. Ну а дальше еще сильнее будут. Дальше, получается, будем играть без защитника Егора Жданова, которого вызывают в юниорскую сборную России, готовятся к чемпионату мира. Да, к сожалению, сейчас вот поздравили Егора с этим. Кому-то радостное событие, кому-то грустное. У нас и так все в обрез. Парень весь сезон во второй паре. Ну, порадуемся за него. Дай бог, чтобы попал в состав. Как вам сегодня кулачный бой в исполнении Котова? Ну что, парень молодец, постоял за команду, постоял за Новокузнецк, не подвел команду. Так что все бывает в хоккее, и голы, и драки, и удаления. По физическому состоянию ребят сейчас есть какие-то опасения все-таки за такой короткий отрезок, столько матчей, столько перелетов, переездов? Ну, тяжеловато, конечно, ребятам, но будем восстанавливать. Я думаю, что не мы одни столько ездим, столько летаем. Все команды примерно в одинаковых условиях. Конечно, уральцам там где-то поближе перебраться, ну, что поделаешь. Ну, что здесь говорить? Везет сильнейшим, поэтому пожелаем удачи команде «Кузнецкие медведи» в дальнейшем. Команда очень хорошая, очень хорошее нападение, поэтому удачи им только. «Сарматы» – самая надежная команда Востока, если брать во внимание количество пропущенных шайб в регулярном чемпионате. Но так получилось, что, видимо, «Медведи» подобрали ключи. 5 шайб, сегодня 6. Да, ну, знаете, просто плей-офф – это другое. И сезон – это сезон, плей-офф – это плей-офф. 5 шайб, ну, где-то не справились с эйфорией. Здесь 6 шайб, ну, вы сами видели, то есть борьба до последнего, мы просто уже цеплялись за любую ниточку, и поэтому эти 6 шайб, а так-то, ну да, 3 гола, один забитый, вот в чем пугает, а вот 3 пропущенных, ну, надо забивать 3-4, чтобы выигрывать. На ваш взгляд, если вот касаться итогов всей серии и говорить о, может быть, каких-то переломных моментах, наверное, это был тот матч в Новокузнецке, когда «Медведи» отыгрались на последних секундах, там, выиграли потом в овертайме. Знаете, я не любитель листать все назад. История, она совсем для другого, чтобы не повторять ошибок. А сейчас, в данный момент, я сказал бы так, что не хватило немножко опыта. Потому что ребята никогда не играли на таком уровне, впервые вышли вообще за свою жизнь в плей-офф. Тут опыта не хватило, и поэтому был бы опыт, и за 9 секунд не пропустили, 5 бы, может быть, не пропустили. То есть здесь немножко другая ситуация. Я не могу сказать, какой был переломный. Может быть, 1-5 был переломным, я же не знаю. С учетом того, что «Сарматы» впервые играли в плей-офф, и если говорить об итогах сезона для Оренбурга, получается, наверное, этот сезон больше идет в актив? Наверное, да. Задача выполнена. Задача была попасть в плей-офф. Ну, цель, которую мы ставили для себя, конечно, мы не достигли. Ну что ж, жизнь продолжается.